По мнению российского политолога, азербайджанская сторона обеспокоена определенными вопросами в связи с нахождением на своей территории миротворцев. Как передает Ази-Ас, директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью порталу «Москва-Баку» прокомментировал ситуацию с российскими миротворцами и обсуждение об этом на встрече глав МИД России и Азербайджана в Москве. У азербайджанской стороны сохраняется вопрос, касающийся невывода армянских вооруженных формирований из Карабаха. Данный вопрос поднимался Баку неоднократно. Вопросы есть у Азербайджана и в связи с использованием российским миротворческим корпусом в Карабахе в своих бюллетенях армянских названий при фиксировании населенных пунктов вместо азербайджанских. Это беспокоит Азербайджан, поскольку Карабах – это часть Азербайджана. Законными являются исключительно азербайджанские названия. Поэтому официальный Баку активно поднимает эту тему. Также, я уверен, Лавров и Байрамов затронут ситуацию в ОДКБ, спровоцированную Арменией. Азербайджан не входит в Организацию договора о коллективной безопасности, но ситуация, которую спровоцировал в организации Ереван, касается непосредственно Баку. Поэтому данный вопрос российская и азербайджанская сторона проговорят, отметил Сергей Марков. Подпишитесь на канал. Ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.